Густая желчь, хлопья в желудке, не смыкается клапан пищевода и воздух через рот в больших количествах. Что делать? Восстанавливать ситуацию с желудком, потому что желудок однозначно поврежденный, там есть воспаление, его надо убрать. Дальше надо понимать, что же с самой желчью, что же с ее составом, почему в желчном пузыре густая желчь, а в желудке хлопья. Не наоборот ли должно быть? Не наоборот ли должно быть? В желчном пузыре уже хлопья, а то, что все-таки выбросилось в желудок, там густая, да? Логично было бы предположить, что у вас выбросилась сначала жидкая часть желчи и попала в желудок, а более густое осталось в желчном пузыре. А тут нет, наоборот. Значит, какая-то нестыковочка произошла. А дальше надо понимать, как сокращается сам желчный пузырь и что с составом желчи. Вот и все. И искать причину, чтобы найти причину именно билиарного рефлюкса, именно заброса желчи в желудок, надо проверять все. И надо разбираться во всем, к сожалению. Я много раз об этом говорю, и это самая хлопотная история, к сожалению, в плане понимания. Потому что все хотят, ну что, какую-нибудь одну таблетку от желчи в желудке, или по желчегонить что-нибудь, чтобы счастье мне было. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.